господи. Если это было известно, то следующее еще более известно. Цветок. Знаете, вот цветок такой есть, чтобы не забывать. Как он называется? Вот как думаете? Его пьют, заваривают, чтобы не забывать. Да. Это такой ведьминский рецепт, на самом деле. Я, честно, сам не пробовал, мне бабка сказала. Надвое сказал. Все, барабанщик сказал, что я могу начинать. Ты далеко, но как за моим окном, и я рад тебе, хоть и вижу мельком. Накидаешь в окно, когда я не молчу, говорю. Незабудка, твой любимый цветок. Воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю. Чтобы ты мог удать девчонку. Незабудка, твой любимый цветок. Воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю. Зайцем прямиком к твоему сердцу. Уже не важно, где меня не гложет страх. Тебе от меня никуда не деться. Все могло закончиться здесь, не начавшись. Но мы бы с тобой не узнали, кому мы нужны. Этот день я помню, будто бы вчерашний. Потому что с того дня мы не умны. Я много куда опоздал бы забыть. Но ведь отныне я стараюсь все сбивать срок. Наверное, мало сделал для нашей любви. Спасибо, спасибо. Нам там автографы, говорят, надо...